На седьмом этаже разрушенного дома в Бородянке, украинского города, который беспрерывно бомбили, пряталась персидская кошка. Шафа в одиночку пережила оккупацию. Почти два месяца без еды и воды рыжая как могла боролась за жизнь. Шафа була в Бородянці, і в Бородянці такої техніки, яка діставала до сьомого поверху, не було. Тоді ми долучили ірпінських рятувальників, разом з ними вранці був зроблений виїзд. Спочатку дроном піднялися, подивилися з дрона, що киця там є. Далі рятувальники вже цей кран пустили на сьомий поверх. Драбина була підведена, і таким чином шафа була порятована. Мене звуть Шафа, і я держусь. Держитесь и вы. Это мой новый жизненный этап. На самом деле кошку зовут Глория, и она 10 лет прожила в теперь уже разбомбленном доме со своей хозяйкой, сообщила в соцсети жительница Бородянки. Кошку не бросили, просто не смогли найти во время экстренной эвакуации, а свою новую кличку Шафа персидская получила в честь другого символа стойкости Бородянки, чудом оставшегося на стене разрушенной квартиры кухонного шкафчика. Вона була в барокамері і навіть не знала, чи киця виживе. І ось коли в неї ця легеня розкрилася, і киця змогла знову нормально дихати, і лікарі дозволили її вже віддавати в родину, ну, було прийнято рішення повернути тій власниці, з якою вона жила. В заботливих руках зоозащитників Шафа понемногу приходить в себе, а недовольна гримаса персидської кошки ілюструє ненависть к російським окупантам. От звезды интернета до орденоносца. Украинского пса-сапера Патрона представили к государственной награде. Орден Патрон получил из рук президента Украины Владимира Зеленского. На торжественную церемонию в Киеве знаменитый пес пришел не один. Кинолог государственной спасательной службы Михаил Илиев разделил триумф со своим питомцем. Украинские спасатели сегодня делают важнейшую работу. Очищают нашу землю от вражеских мин. Помогает им и четырехлапый сапер Патрон, который нашел уже 236 взрывоопасных предметов. В присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо вручил им награды. Благодарю за службу. Сейчас Патрону 2,5 года. Свою карьеру пиротехника Джек Рассел Терьер начал практически щенком с 6 месяцев. Патрон – национальный герой и символ сопротивления России. Весь мир обожает этого маленького украинского защитника. У пса очень плотный график, а день расписан по минутам. Вот Патрон навещает пациентов в столичной больнице. А здесь уже общается с блогером-миллионником Антоном Птушкиным. Но приоритетом остается служба на родной Черниговщине. Еще один символ торжества жизни на войне – кот Феникс. Обгорелого, буквально одной лапой побывавшего в аду кота нашли под обломками дома в Андреевке Макаровского района Киевской области. Снимки четвероногой жертвы войны облетели все мировые СМИ. Трапилося чудо в цього котика насправді, напевно, життів ще більше, чим 9. Він вижив. Врачи давали погорельцу минимум шансов на спасение. Предполагали, что кот останется слепым и глухим. Виявилося, что у него еще вирус. При этом вирусе шансы выжить взагалі 30%, а 70%, что котик помре. То он не сгорел при пожаре, он не помер с голоду, но он мог померти от вируса. Возродившийся из пепла. Новый хозяин кота дал хвостатому кличку Феникс. После выписки из ветклиники животное приютил его спаситель Владимир. Война оставила незаживающие шрамы на теле Феникса, но не сломила характер животного. Он по-прежнему остается ласковым и игривым мурлыкой.